Привет, друзья, всем! Вы на канале Дарья Дроздова. Сегодня мы находимся в Архипо-Осиповке. У нас сегодня 18 августа. Солнечный был классный день, и сейчас я в Альбатросе. Вот. Прежде всего скажу, подписывайтесь на канал, кто не подписан, пишите комментарии, ставьте лайки. Вот. Хочу рассказать о том, что, смотрите, сколько людей много сидят и ожидают концерт. Я сама не знаю, что будет за концерт, но хочу вам показать этого артиста. Я сегодня видела, как он здесь репетиции проводил в ресторане «Камчатка» в Альбатросе. Я сама его знать не знаю, конечно, что это за звезда, но многие, наверное, кто узнали, ставьте лайки. Я не такая древняя, но вот смотрите, видите, 18 августа, 20:00, его еще до сих пор нету. Вот такие песни написано: «Малыш», «По щекам слезы», «Одинокая луна». Вот, заказ билетов. Вот сейчас все сидят и ожидают этого, ну, для меня непонятного, конечно, артиста. Может быть, он очень известный, но я его не знаю, к сожалению. Вот, и не слышала. Так что все вот так сидят. Здесь вот так вот сели. А в том месте, где он будет выступать, там все за столами сидят. Билеты продаются. Ну, в общем, тут движуха конкретная. Сейчас посмотрим, что происходит там. Артист опаздывает уже почти на час. Все уже его ждут. Уже полиция, все тут. В общем, это, ребята, бар «Паб Камчатка». Все ждут звезду. Вы слушать будете? Да! Кто не будет слушать, тот Ксения Собчак.
Давайте для Инстаграма один раз еще видео сделаем. А вы мне поможете, хорошо? Так, раз, два, три. Ну что? Салам алейкум, братья! Ну как вам ебать, Павка? От души, братан. Друзья, спасибо всем большое. От души. Сейчас мы на эту сцену приглашаем нашего брата. Вы готовы? Сейчас все построить. А поддержите его, приехал к вам в гости сюда. Я могу сказать честно. Архибой с Павка, Павел. Сейчас будет жара, горишка. Сейчас. Получается, да, да. Что есть там?
жизни не лучше знать, но есть какие-то. Ладно? Кто знает трек «Нотами»? Даю тебе сообщение, нотами, нотами я. Пишу о любви до безумия, нотами, нотами я. Сообщения, нотами, нотами я. Пишу о любви до безумия. А теперь другой трек. Все там работает. Смотри, ребят, если еще три раза выключиться, после этого не только не было претензий, не нравились. Хорошо? Все равно. Давайте немножко потанцуем, согреемся.